Привет, меня зовут Даша, и я счастлива, потому что мне пришла посылочка из интернет-магазина Reed.ru. Вот, такенная. Буду сейчас открывать тебе все показывать и сама одновременно с этим радоваться. Первое, что я вижу, это книга от Крапивина. Сейчас стараюсь собрать все книги из-под его пера, которые только вообще выпущены, в принципе, но мне это пока плохо удается. И мне пришла книга «Та сторона, где ветер». Того же автора «Тень каравеллы». Серия открыток «Крапивинские мальчики» из-под художественного пера Евгения Медведева. Не буду сейчас показывать, конечно, все открытки. Кстати, они здесь вот с обратной стороны. Я под конец видео, наверное, сделаю такое слайд-шоу небольшое. Я когда увидела в интернет-магазине эти открытки, я просто не смогла удержаться, потому что я очень-очень много лет знакома со всеми этими персонажами по книгам самого, собственно, по самим книгам Крапивина, потому что там все эти рисунки фигурируют, но здесь они в цвете. Смотри, я планирую подарить это маме на 8 марта, да, я уже планирую подарки на 8 марта. Более того, всем на работе я уже заказала подарки. И эту книгу я планирую поднести маме, потому что она какой-то зачуханный блокнотик и все свои записи записывает. Прошу прощения за тавтологию. Я, конечно, знала, что она будет выглядеть впечатлительно, но я не думала, что на такой степени, ты знаешь, я помешана родословно, на генеалогии, все такое. И мне понравилось, что оформление именно такое, вот как, знаешь, как фамильная какая-то книга, вот такое вот оформление. Тут так и написано, книга для записей кулинарных рецептов, ой, фамильных рецептов даже. То есть не хухры-мухры, мне здесь вот такой форзац, как красивый. Вообще книга очень потрясающая, то есть видно, что это действительно создано для того, чтобы украшать полки, чтобы впечатлять своих людей, потому что, ну, действительно, сюда что попало не запишешь, сюда хочется писать аккуратным почерком, каллиграфическим, и только самые такие шикарные рецепты. Вот, я думаю, ей очень понравится. Вот, я довольна. Меня немножечко пугает только издательство, это Эксмо, потому что я этому издательству не очень доверяю, оно в моих глазах не столь, как бы, ну, на таком, на средненьком уровне, мне бы от них хотелось чего-то большего, что они могут дать своему потребителю. Пришел вот такой вот очаровательный блокнотик с героем мультфильма из книги, из «Мумитролль», которую, мне кажется, очень многие из нас читали в детстве. Я держу блокнот не вверх ногами. Это правда так рисунок изображен. Тут, кстати, сзади лишь мумитроли. Сама поверхность такая гладенькая, а вот сам вот этот мумик, он такой, как из замши на ощупь сделан. То есть вообще такой няшный блокнотик. О, какая прелесть! Смотрите, тут в начале. Смотри, какое тут оформление. То есть не просто там в клеточку, в линейку, оно такое розовенькое. С цветочком, мне кажется, девочкам очень понравится. И внизу есть цитаты из книги «Мумитролли». Вот, например, может ли что-нибудь случиться с тем, кто только что нашел пещеру? Или... Просто она такая симпатяшка, плела из травы маленькие циновки для спанья и готовила мягкий настой из трав, если вдруг разболится живот. Ну, такие, знаешь, ощущения, что... Ну, вот еще третий, бог Торацу любит. Лучше бы младших братьев вообще не было. Они должны рождаться сразу большими или вообще не рождаться. Мне кажется,
эти цитаты не, ну, как бы случайным образом вырваны из книги, и создатели вот такого блокнотика не преследовали цель придерживаться какой-то тематики, ну, наугад. Там, кстати, в интернет-магазине Литру целая серия из таких блокнотиков. Я выбрала именно такое ярком оранжевом оформлении. Кстати, если тебе интересно, надо же. Только я до этого говорила, что хотелось бы от издательства Эксмо нечто большее, что я имею. Как расхваливаю блокнотик и вижу, что его сделала Эксмо. Так что я, наверное, возьму свои слова обратно. Видимо, они улучшают свое качество, потому что я очень довольна. Тупо клейкая бумага для заметок, ничего особенного, самое обычное. И пришли мне закладки под влиянием видео Fashion for Reading. Привет, Таня. Я купила закладки, ну, как у нее. Ну что, мне очень понравились они. Очень я была восхищена. Вот такая обычная закладка, называется «Мариинский театр», если ты будешь ее искать. С лицевой стороны она такая вот, как вот изнутри вид. И с другой стороны такой вид снаружи ее же. Я очень уважаю «Мариинский театр» не потому что я там театралка какая-то, потому что я знаю историю его создания, и поэтому я его очень люблю априори. Вот, такая обычная закладка, не магнита, ничего, самого обычного, без кисточки, ну, самого обычного, типа, захотелось мне вот чего-то такого чисто женского, но чтобы при этом отображала мою суть, она отображает мою суть. А также мне пришли магнитные закладки под названием «Старые книги», набор из 4 магнитных закладок, то есть они все, ну, как бы, их можно использовать и по отдельности, и в одной книге там в качестве закладок, чтобы потом куда-то выписать, открыть. Очень люблю я изображения книг. Мне кажется, любой книга любит изображения книг, тут исключений не бывает, быть не может, наверное, может быть, все-таки есть. С обратной стороны они представляют собой то же самое, что и с этой, то есть видно, да? Не терпится попробовать. И такого же плана закладки, как я только что сказала, показала, оговорочка. Мне пришли вот такие, с собачками. Я обожаю животных любого плана, кто бы они ни были. И собак в том числе. Мне хотелось заказать кошек, потому что как-то получается обидно им, наверное, потому что у меня есть закладочка голографическая с кисточкой, очень красивая, с щенятами. В одном из своих видео я ее показывала. И по логике у меня должны быть закладки с кошками. Но на Литру я не нашла достойных закладок с кошками, которых мне хотелось бы заказать. И, ну, пришлось опять собак брать. И в отличие от предыдущих закладок с книгами, у этих магнитных закладок с разных сторон разные породы. Вот, например, здесь такая, а здесь вот такая. Здесь овчарочка, а здесь, кажется, это той терьер. Здесь знал, но забыла, кто. Здесь не знала и не забывала, соответственно, кто. И опять же, здесь далматинец. И здесь тоже знала, да забыла. Вот, кстати, жалко, что они пишут название пород миленьким таким шрифтиком. Это могло бы давать познавательный какой-то эффект. Или освежать память у склеротичек, таких как я. Как я себе славно отозвалась. Заказ исчерпан. Я тебе все показала. Отдельное спасибо Passion for Reading за то, что посадила меня на закладки. Я теперь тоже больная на эту тему. Да. Бьюти-блогеры лакоманьяки, а буклогеры
закладка маньяки. Хотя на самом деле я знаю только одного блогера закладка маньяка, но ничего, Танюша, мы с тобой еще остальных посадим тоже на это дело. И я тебе желаю, чтобы никакие блокнотики, никакие закладочки тебе не нужны были, чтобы запоминать самые яркие, самые позитивные, самые лучшие моменты своей жизни. Печальные, а ну их к лешему, их, о них помнить не стоит, и они этого не стоят. На сим, я с тобой прощаюсь. Твоя Даша. Пиши, звони.